В этом году на улице Луначарского автодорогу и прилегающие территории в границах Новосадовой и автобусного проезда комплексно обновили. Кроме дорожного полотна заменили люки коммуникации, бортовые камни, урны, на тротуарах уложили плитку и смонтировали новое освещение. Преобразились и газоны, на которых специалисты подрядной организации, выполнившие ремонтные работы в срок, посеяли траву. Здесь все переоборудовано, очень красиво. Мне все это очень понравилось. И дорожка, и как все сделано. Луначарского – одна из улиц, ведущих к самарскому филиалу Третьяковской галереи, станции метрополитена, скверу памяти борцов революции, у которого теперь новое лицо, благодаря еще одному нацпроекту – жилье и городская среда. После обновления объекты должны прослужить городу и жителям как можно дольше. Своевременная уборка позволяет сохранить благоустроенный облик улицы. Осенью бригада муниципального предприятия благоустройства выполняет целый комплекс работ. В частности, здесь периодически очищают дорогу, тротуар и газоны от опавшей листвы. Особое внимание во время уборки при лотковой зоне автодороги, чтобы ливневая канализация не забивалась и был обеспечен полноценный отток воды в ливневке. Это предотвратит и преждевременное разрушение нового асфальтобетонного покрытия. Помимо уборки листвы, территорию избавляют от пыли и грязи, занимаются подбором мусора, очисткой урн, вывозом сухих веток. Не меньшее внимание уделяется и санитарному содержанию выходов на пешеходные переходы, съездов на внутриквартальные дороги, где для маломобильных граждан оборудованы современные пандусы. За процессами на дорожных объектах регулярно следят сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Уборка дорог, газонов и тротуаров должна проводиться не только качественно и своевременно, но и бережно. Если мы говорим про уборку непосредственно не на проезжей части, а на тротуарах, то все мы прекрасно понимаем, что на данных участках должна работать малогабаритная техника, то есть такая как БЭПКАТ, для того, чтобы не нанести вред покрытию плиточному, чтобы не разрушить уже существующий ремонт. С наступлением зимы работники городских служб благоустройства будут заниматься уборкой снега и наледи. Марина Петрова, Николай Сидоров, события.